Сегодня мы вам расскажем о новом сенсорном моноблоке модели Varipos 715. Моноблок упакован в картонную коробку прямоугольной формы. Габариты коробки 30 на 50 на 40 сантиметров. Моноблок легко транспортировать благодаря специальной ручке на крышке коробки. Вес моноблока в упаковке 8 кг. Внутри коробки моноблок удерживают поролоновые вкладыши и в углу находится аксессуарная коробка. Базовый комплект моноблоков входит: моноблочный терминал Varipos, блок питания на 12 вольт, гофрированная плетка для укладки проводов, кабель-переходник для компорта, винты для фиксации периферийного оборудования, компакт-диск с драйверами, специальная мембранная салфетка для чистки экрана на липучке. Моноблок может комплектоваться дополнительным оборудованием, таким как дисплей покупателя. Опционально это может быть комбинированное устройство со считывателем бесконтактных карт, считывателем отпечатка пальца или iButton. Компания Craftway представляет сенсорный терминал Varipos 715. Моноблочный посттерминал для автоматизации брендовых магазинов, ночных клубов, кафе и ресторанов. Стильный корпус терминала Varipos и устойчивая подставка, придающая ему больше элегантности, выполнены из литого алюминия. Рассмотрим терминал подробнее. Пластиковые декоративные накладки могут быть любого цвета, по желанию заказчика. Благодаря такому набору дополнительных опций, функциональность моноблока позволяет вписать его в дизайн интерьера любого ресторана или магазина. Моноблок Varipos 715 может поставляться в трех основных цветах корпуса: глянцевый белый, матовый черный, матовый серебристый. Основным преимуществом моноблока является абсолютно гладкая лицевая поверхность, повышающая класс защиты терминала до IP66. Лицевая поверхность не содержит никаких стыков. Благодаря этому тач-панель легко чистится, и он полностью защищен от попадания влаги и пыли вовнутрь. Декоративные пластиковые крышки Varipos надежно защищают интерфейсные разъемы от попадания влаги внутрь корпуса. Под защитной пластиковой крышкой мы видим интерфейсные разъемы. Базово Varipos имеет для подключения периферийных устройств 3 RS-232 порта, 1 LPT, 4 USB, компакт-флеш, LAN. На задней стенке терминала мы видим установленный жесткий диск формата 2,5 дюйма. Доступ к диску очень удобный. В случае неисправности время демонтажа жесткого диска занимает не более 2 минут. Специальным шестигранным винтом, который находится в аксессуарной коробке, можно зафиксировать диск от несанкционированного снятия. В центре видим кронштейн крепления дисплея покупателя. Опционально вместо дисплея покупателя может быть установлен второй LCD-монитор диагональю не более 7 дюймов. Декоративная нога легко отсоединяется от мониторной части моноблока. Под креплением ноги мы видим 4 отверстия стандарта веса для монтажа моноблока на стене. Стандарт веса 100 на 100. Полая нога позволяет легко скрыть все интерфейсные кабели моноблока либо в столешницу, либо через специальное отверстие в нижней части основания. Под крышкой все расположено компактно. При этом видно динамики системы, промышленную материнскую плату с интегрированным процессором, инвертор и коммутационные кабели. Максимальный объем оперативной памяти 2 гигабайта. Внутри терминал не содержит вентиляторов.
Процессор и чипсет материнской платы соприкасаются с алюминиевой крышкой корпуса, которая, в свою очередь, служит радиатором системы. Жесткий диск установлен в верхнем углу терминала, при этом процессор и чипсет материнской платы по центру. Благодаря такому размещению диска удается избежать перегрева, так как распределение тепла происходит равномерно. Терминал Варипос 715 в настоящее время успешно работает более чем на 1000 объектах в России. Под управлением программных продуктов Aiko, AirKeeper и 1С. На операционных системах семейства Windows и MS-DOS. Итак, подводя итог, назовем еще раз основные преимущества моноблока Варипос. Стильный дизайн. Широкий выбор цветовой гаммы для любого интерьера. Абсолютно гладкая лицевая поверхность экрана. Класс защиты IP66. Безвентиляторная система с возможностью выбора процессора. Полностью алюминиевый корпус, позволяющий легко закрепить моноблок на стене. Продуманное внутреннее расположение элементов корпуса, обеспечивающие удобство в обслуживании и гарантирующие надежность. Широкий выбор опций. Совместимость с операционными системами MS-DOS и всеми операционными системами семейства Windows. Все это Варипос.